Добрый день, уважаемые подписчики! Рад приветствовать вас на нашем канале. Представляю вашему вниманию японский полноприводный мини-трактор марки Mitsubishi, модель GF-170. Давайте приступим к его осмотру. Резина на тракторе, я бы сказал, в хорошем состоянии. По левой стороне посмотрим. Резина в порядке. Трактор оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем и укомплектован почвенной фрезой. Рабочая ширина почвенной фрезы 1,1 метр. Система крепления — двухточечное навесное устройство. Тип рулевого управления на тракторе гидравлический. На тракторе установлен гидроусилитель руля. Далее по оснащению у нас педаль сцепления, коробка передач, коробка пониженных повышенных передач, три скорости вала отбора мощности и одна скорость назад, то есть реверс вала отбора мощности. Здесь у нас располагаются ближний и дальний свет. Не видно совсем. Вот ближний дальний свет, поворотники и гудок. С этой стороны у нас рычаг подъема опускания навесного устройства. Здесь мы этим рычагом регулируем в данном случае уровень заглубления фрезы. Чуть ниже у нас стандартно педаль газа, спаренные тормоза, ручной газ, замок зажигания, педаль блокировки заднего дифференциала или моста, как вам угодно. Это гидравлический кран. Под сидушкой у нас сложены ремни безопасности. Давайте сразу с вами откроем капот, посмотрим на двигатель. Если что-то, конечно, будет вам видно. Ну и давайте запустим его. Трактор у нас успел наработать 724 моточаса. Давайте запускать. Греем свечи. Запуск очень легкий. Двигатель работает отлично. Если вас заинтересовала данная модель, всю подробную информацию о ней вы можете узнать на нашем сайте progressauto.com или позвонив по номеру телефона 8 914 558 33 88. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч!